В Аргаяшском районе сыщики задержали трех браконьеров. Нелегальные охотники убили косулю. Оперативники скрутили нарушителей в тот момент, когда они пытались вывести тушу животного. Браконьеры загнали косулю на эту поляну и стали стрелять. Хлопки услышали местные егеря и немедленно отправились на поиски браконьеров. Тем временем нарушители аккуратно разделали животное, отрезали голову, сняли шкуру и заготовили мясо. Криминальные охотники хотели дождаться темноты, чтобы выйти незамеченными из леса. Вечером позвонил мой напарник, сказал, что вечером слышал выстрелы вдоль болот Бекулова и Радкулова. Поехали туда на двух машинах, выезжает оттуда машина, они остановили его. И получается, наши браконьеры, те два, как раз совпадают. Сейчас браконьеры находятся под подпиской о невыезде, на них будет заведено уголовное дело.